Добрый день! Сейчас мы вам покажем, как правильно вырезать сердцевину ореха, которую можно есть в таком еще не вызревшем орехе. Когда уже орех зрелый, у него вот эта кожура спадает, и сам орех уже разбивают и едят содержимое. А пока можно вырезать очень вкусное содержимое, но нужно сделать это правильно и безопасно. Так, итак, у нас есть... Разрезаем вдоль. Для этого втыкаем ножик прямо вот сюда в хвостик. Так. Ограничивая, чтобы нож не сорвался, не держать не вот так нож, а именно вот так вот. Значит, и постепенно, близко, да? Да, постепенно его втыкая. Именно потом делим вдоль половинок. Так, итак, мы раскололи орех сначала. Одна половинка в этой руке, вторая зажимается вот так. Таким способом рука не будет сильно пачкаться. Потом втыкаем сюда. Так, значит, в чем секрет? Короткое лезвие и определенным образом зажатый нож. Правильно? Да. Так, смотрите. Берем вторую еще половинку. Раз. Покажи, покажи еще раз, как ты держишь нож. Значит, смотрите, три пальца держат нож. И коротенький только кончик. Потому что если конец будет длинный, нож может сорваться и порезать руку. Да, это а вообще опасно. Значит, большой палец упирается в орех. Короткое лезвие двигается вот по окружности. Все. Так, теперь вот смотрите, вот эта часть, белая внутренняя перегородочка выбрасывается, она не нужна, а желтая шкурочка снимается, потому что она горчит. До того момента, как орех не вызреет, она горчит. Вот эта белая часть очень вкусная и полезная, так что всем рекомендуем, ешьте правильно и безопасно.